Азербайджанский и узбекский народ связаны между собой родственными узами. Приверженность единому языку, вероисповедение и схожесть, близость наших традиций, обычаев, культуры является основой многовековой дружбы, заложенной нашими предками, продолжающей и крепущей по сей день. С огромной радостью хотелось бы вспомнить о тесных дружеских связях между мыслителями, поэтами, учеными Узбекистана и Азербайджана. Так, выдающиеся узбекские поэты Гутб, Миргайдар, Алишер Наваи вдохновлялись произведениями великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, которого Наваи называл «шахом поэтов Гянджи». В свою очередь, творчество Наваи оказало влияние на творчество Физули. Дружба Гафура Гулама и Самеда Вургуна также стала яркой страницей истории дружбы наших народов. Произведения классиков азербайджанской музыки исполнялись и исполняются в Узбекистане. Азербайджанские поэты и писатели перевели на азербайджанский язык почти все произведения классиков узбекской литературы. Наш соотечественник Максуд Шейхзаде был классиком узбекской литературы, писал произведения на узбекском языке. Это литературное наследие является гордостью как для азербайджанской, так и для узбекского народа. Еще одним примером братских связей является созданный азербайджанским композитором Арифом Меликовым и выдающимся узбекским писателем Шарифом Рашидовым балет «Легенда двух сердец». История этой тысячелетней дружбы увековечена в облике современных столиц двух государств. Памятник Низами Гянджави украшает столицу Узбекистана, в то время как Баку любуется памятником и чтит память великого узбекского классика Алишер Наваи. Одна из улиц Ташкента названа именем первого президента Азербайджана Гейдара Алиева, и одна из улиц Баку стала носить имя всемирно известного правителя и ученого Мирзы Улугбека. Узбекистан является сокровищницей великих имен, историй, открытий, обогативших человеческую цивилизацию. И я благодарю авторов этого проекта за возможность более подробного ознакомления с культурой узбекского народа. Я очень рада, что музеи, являющиеся поистине местами между культурами, принимают сегодня самое непосредственное и важное участие в этом процессе, устанавливая новые и укрепляя уже существующие дружеские связи. К примеру этому хочу отметить, что Азербайджанский национальный музей искусств является хранилищем мировой культуры. Он был организован в 1936 году. В его коллекции хранятся более 18 тысяч экспонатов. Среди ценных экспонатов нашего музея хранится также ценное наследие Узбекистана. Коран, который был в 1905 году изданный, в малом количестве, ткани, одежда, вышивки сюзяним, медные изделия, которые украшают эмаль, и они орнаментированы нежным растительным узорами. Я верю в то, что по окончанию этого проекта будет создана грандиозная база данных, которая позволит молодым ученым, исследователям, искусствоведам и еще глубже изучить богатейшую культуру узбекского народа. И кто знает, может быть, современный мир еще будет потрясен новыми открытиями и научными работами. В заключение хотелось выразить благодарность узбекской стороне за гостеприимство и поблагодарить участников за проделанную научную работу. Спасибо большое.